Всем привет, меня зовут Инесс. В этом видео я с вами хочу поделиться веб-сайтом, на котором я познакомилась со своим мужем. Если вам это интересно, то оставайтесь смотреть до конца. Итак, первое, что хотела бы сказать, то что, наверное, у 99% людей на этой земле стоит вопрос о том, чтобы найти свою вторую половинку. И что только для этого люди не делают, что только женщины не делают, чтобы понравиться противоположному полу, и что только мужчины не делают для нас, чтобы привлечь наше женское внимание в их сторону. Сейчас, на данный момент, мне 30 лет, и я вспоминаю, когда я училась в колледже, понимаю, что на тот момент, 13 лет назад, парни знакомились совсем иначе, нежели как сейчас. Только поменялись мужчины, что они не хотят никаких делать усилий, чтобы познакомиться с женщинами, в плане там, подойти на улице, познакомиться. Но это настолько сейчас редко. В основном сейчас все сидят в интернете и общаются все в интернете. Родители, друзья, какие-то коллеги, какие-то отношения. Все это сейчас можно найти в интернете, как бы онлайн. В плане того, что люди сейчас стали меньше общаться друг с другом. Я сама лично знаю очень много таких пар, когда женщина с мужчиной познакомились по интернету, и после, конечно, они уже расписались и живут уже долго, много лет вместе. Я не исключение, я познакомилась со своим мужем, точно так же по интернету. Я проживаю в Алматинской области. Кто знает, может быть, возле Каскелена, где-то там я живу. Мой муж проживает в Тунисе, в городе Сфакс. И вы только посмотрите, насколько это удивительно, то что мы люди с двух разных континентов. Он с Северной Африки, я с Азии. При этом я с очень маленького поселка, и мы познакомились друг с другом, и мы уже несколько лет вместе. И нам очень хорошо и комфортно друг с другом. Что просто хочу сказать, то что сейчас абсолютно не надо бояться знакомиться с кем-то и общаться с кем-то по интернету. Конечно, я соглашусь со всеми плохими отзывами, то что с одной стороны это опасно. Очень много людей могут обманывать, очень много людей могут обещать себе какие-то золотые горы, и в конечном итоге люди этого просто не делают. Я с этим согласна, но при этом нужно не забывать о том, что какой-то процент хороших людей, хороших парней, хороших женщин все-таки существует. Если вы, например, не можете найти и построить отношения в вашем городе, где вы проживаете, и вы думаете, вы не найдете подходящий для себя вариант именно здесь, то почему бы не обратить ваш взор на другие страны? Выйдя замуж, либо жениться на другой нации, это очень интересно, но в тот же момент, конечно, очень много минусов тоже существует. Первое, это вы должны общаться на одном языке каком-то, пусть это будет русский, английский, либо французский, ну какой-то язык между вами должен быть один связующий. Потому что, вот, допустим, у меня муж разговаривает на арабском, на французском, я разговариваю на русском и на английском. И ему по работе необходимо было выучить английский, поэтому в наших отношениях английский — это связующий язык, на котором мы общаемся. И я знаю очень много таких пар, которые могли пожениться, и при этом они не знали языка друг друга, общались там чуть ли не через Google переводчик, знаете, методом тыка. И на самом деле это очень тяжело вот так вот общаться с человеком, когда тебе не хватает лексиконного запаса слов, в плане того, что вы не можете выразить все свои чувства, вы не можете сказать все свои мысли, что у вас на сердце. Вот это очень большой минус, но если у вас есть какой-то один общий язык, на котором вы можете вполне хорошо, легко общаться, то вообще проблем в браке я не вижу. Конечно, следующий вопрос может быть стать в плане религии, допустим, христианин, мусульманка, какие-то уже другие религии. Если вы и ваш партнер лояльны в плане религии и нету никакого, знаете, вот такого вот, что вот настаивает, вот надо там менять религию, верить в какого-то другого, если такого нету, то тоже можно вообще запросто выходить замуж и не бояться создавать отношения. Ну и, конечно же,
вы должны быть готовы, что будет какой-то переезд в другую страну, либо ваш партнер переедет, либо вы переедете. Это нужно, конечно, тоже все-таки учитывать. Что бы хотелось еще сказать насчет интернета? Очень много сайтов, очень много как русскоговорящих, так и иностранных сайтов, на которых можно сидеть и знакомиться с противоположным полом. Мы познакомились на сайте www.fdating.com. Внизу в описании я оставлю ссылку. Что хотелось бы сказать по поводу этого сайта? То, что там сидят довольно-таки хорошие мужчины. В плане женщин, конечно, я не знаю, но хотя многие мужчины с этого сайта отзываются, то, что ну, женщины не очень хорошие там, в плане того, что они просят деньги, либо там ну, хотят как-то поиграть и бросить парня, ну типа такого, знаете. Ну а вот с моей точки зрения, вот когда я сидела на этом сайте, я зарегистрировалась, чтобы в прямом смысле найти себе иностранного мужа. Как бы это смешно бы ни звучало, но в своем городе, в котором я проживаю, в Алмате, я не смогла абсолютно ни с кем нормальным познакомиться. Либо мне человек не нравится, либо я ему не нравлюсь, либо по каким-то религиозным, национальным признакам мы не сходимся, либо семьи как-то не понимают друг друга. Поэтому я для себя решила, что я буду себе искать мужа, иностранца. И вот первое, что я сделала, это я вбила в Яндекс сайт для знакомств с иностранцем. Первое, что мне вышло, это FDating. Я сразу же на нем зарегистрировалась. Я себе никаких мужчин не искала, я просто сделала анкету. И люди сами все писали. И в основном пишут такие серьезные люди, с которыми, допустим, хотят там серьезных отношений. Они прям таки говорят, что мне нужны серьезные отношения, я хочу жениться. Очень разные люди мне писали со всех стран мира. Из Америки были, из Англии, из Индии, из Арабских Эмиратов, и из Польши были. Можно сказать, со всего мира могут тебе писать. Ну и в конечном итоге, как там в один день мне написал мой муж, и вы знаете, его вот эта вот фотография, которая была на профайле, вот просто, ну как сказать, не то что ёкнула, но насколько мне понравилась вот эта вот фотография, что человек меня заинтересовал. Ну не знаю, меня очень она заинтересовала, его фотография, и вот он мне написал. Написал он все очень уважительно, все очень красиво, и затем мы обменялись в этот же день своими номерами, мы созвонились, мы пообщались, в дальнейшем хочет потом жениться. Я как-то, ну так отреагировала, то что ну да, да, как бы. Потом мы второй день с ним пообщались, третий день, и вот только после третьего дня я как-то стала к нему присматриваться уже более серьезно, то что, ну да, можно реально с ним общаться, то что он не обманывает, то что он серьезен, то что ему нужно реально отношения. Ну и после этого мы начали общаться, как бы смешно бы ни звучало, я через неделю уже после нашего общения, я пошла в наш местный ЗАГС узнавать на то, чтобы расписаться с иностранцем. Мне дали список документов, потом мы с ним пообщались, мы сравнили, насколько бы легче нам было бы расписаться в Алмате, либо вот в Тунисе. И вот, допустим, гражданам Туниса, им необходимо визу делать в Казахстан. Если он приедет по туристической визе, то он только месяц может находиться у нас в Алмате. При этом, когда ты подаешь документы в ЗАГС, то только в ЗАГСе у нас месяц рассматривают эти документы, то, что ну, расписывают вас или нет, да. Как бы для моего мужа такой вариант не подходил, так как это все очень долго по времени. Поэтому мы решили, то, что я сама прилечу в Тунис, и в Тунисе мы с ним распишемся. Потому что процедура в Тунисе намного легче. Мне необходимо было всего лишь пару документов, там справка о том, что я не замужем в Алмате, плюс какие-то медицинские справки. Все это мы делали здесь, в Тунисе, на месте. Мы нашли нотариуса. Конечно, у нас в течение 2 недель были проблемы. Не каждый хотел браться за то, чтобы расписать нас, потому что мне, как иностранке, необходимо было подтверждение от государства Казахстана, получить разрешение, что они разрешают, ну вот, чтобы я вступила в брак на территории Туниса. Хотя у меня была справка с ЦОНа, что
я не замужем, и эта справка предоставляется для Туниса. Ну, как бы, это одна справка с двумя смыслами, как бы. Ну, и вот мы долго ходили, ну, и в конечном итоге 13 октября в пятницу, в священный день для мусульман, нас принял один нотариус, который нас расписал. Поэтому в ближайшее время, спустя нескольких лет брака, мы планируем сделать нашу легализацию в этом году. Вот. Хотя люди делают сразу легализацию, но у нас не было такой возможности, поэтому мы вот спустя какое-то время будем ее делать. Месяц назад на казахстанском портале Nur.kz обо мне написали статью. Именно о том, что как бы казахстанка, которая живет за границей, именно в Тунисе. И очень много вопросов мне задали, на которые я ответила. Нравится мне здесь жить, не нравится, планируем мы где-то дальше жить или как. Счастлива я, несчастлива. Что бы я хотела бы на это сейчас ответить? Ну, как бы, на самом деле я уже на все это ответила, вы можете почитать статью. На моем канале в разделе сообщества есть ссылка на этот портал, где вы можете почитать про меня, познакомиться как-то более подробно с этой статьей. Если вы меня сейчас спросите, не пожалела ли я, что я вышла замуж за иностранца и проживаю не так далеко от своей семьи, от своего родного города. Конечно, я скажу, что нет, я абсолютно ни капельки не пожалела, что я вышла замуж за араба, за тунисца, и то, что мы сейчас живем в Тунисе. Мне здесь очень нравится. Конечно, есть минусы, есть плюсы жизни. Для меня здесь минусов очень много, но также есть какие-то плюсы, за что я люблю эту страну. И здесь, в Тунисе, я очень много, знаете, для себя что-то открыла, новое, что я буду продолжать делать в Казахстане. Это, наверное, все, что я хотела вам сказать в этом видео. Надеюсь, что кому-то этот веб-сайт очень поможет в отношениях, в личной жизни. На моем канале очень много видео про жизнь в Тунисе. И если вам это интересно, то подписывайтесь на мой канал, смотрите мои видео. Всем вам хорошего дня, всем хорошего настроения и всем пока-пока!